Минимум 400 тысяч гривен могли отмыть при строительстве велопешеходной эстакады. Речь идет о капремонте железобетонной лестницы, которая примыкает к эстакаде со стороны трассы здоровья в районе 10-й станции Большого фонтана. Одесская прокуратура сообщила о подозрении замначальнику одного из профильных управлений горсовета. По версии следствия, он действовал совместно с директором частного предприятия. Подозреваемый якобы внес недостоверные данные в акты приема об объеме выполненных работ и их стоимости. Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.